Комментарий от благодарного подписчика Татьяны Белоус. Если учесть, что все эти величественные постройки, помимо своей красоты и гармонии, которыми они поражают, были не только религиозными зданиями, и уж никак не гробницами, как нам рассказывают египтологи, но являлись техническими сооружениями и служили для получения, сбора и распределения разного рода энергий, звуковой, электрической, волновой и прочее, по технологиям, забытым нами, их современными потомками, становится грустно от осознания той пропасти, которая отделяет нас от великих, утраченных знаний прошлого. И это далеко не все их предназначение. Разрушенные пирамиды были еще средством связи с космосом и великими звездными учителями, прилетавшими к ним и дававшими им эти знания. Рассыпавшиеся храмы были порталами, соединяющими их с мирами другой мерности. В этой утраченной архитектуре не было ничего случайного. Все эти великолепные декоры и украшения, красовавшиеся раньше на стенах и потолках этих пирамид, стел, храмов, аркад и колонн, служили не только украшениями, а выполняли и технические функции. Сейчас пирамиды стоят выключенными, храмы разрушенными. И только толпы туристов глазеют на руины, не догадываясь об их прошлом величии. Но молчаливый сфинкс еще хранит под своей лапой бесценные сокровища знаний прошлых цивилизаций, пока недоступные нам.
Thank you.